Питаться, ведь мы уже являемся мутантами, которые адаптировались к ядовитой окружающей среде. Каким же будет человечество через 100 лет? Все зависит от того, как мы себя сами ведем с нашей средой обитания. То есть, если мы сейчас приведем свое чувство мира в гармонию, чувство мира потребления, я имею в виду, и мы выйдем на потребление, связанное с гармонией, с другими существами среды обитания, то все эти катаклизмы неизбежно закончатся. Пора задуматься, на какой планете мы хотим жить. В зеленом оазисе, похожем на рай, или на мусорных островах, расположенных посреди мертвых океанов. Каким увидят мир наши потомки? Каким воздухом они будут дышать? А пока нужно не бояться строить гипотезы, пусть даже самые шокирующие. Ведь, как мы знаем, у любой гипотезы всегда есть шанс стать реальностью. А на сегодня шокирующих гипотез нет. Если вы хотите знать больше того, что я рассказываю в программе, если вы хотите задать свой вопрос или рассказать свою историю, подписывайтесь на мой Инстаграм.